Нифига себе! Киркоров поменял голос. Девчонки полюбили трубача. Валерию тоже не узнать. Ручей! Покажи змею, покажи. А неваляшка всех отчитала. Мои маленькие хулиганистые нарушители масочного режима. С кого сняли маску? В пятом выпуске второго сезона шоу на НТВ. Вместе смотрим, обсуждаем в этом видео. Жаришка пошла. Вот она, настоящая жаришка. В жюри традиционно Рева, Валерия, Тодоренко, Родригес и Киркоров. Последний защищал Азизу, которая в прошлом выпуске была в маске пингвина, вылетела из шоу и настолько расстроилась, что не спела финальную песню. Я бы тоже не смог ничего спеть. У меня был ком в горле у меня, потому что я вообще, я своей собственной рукой расписался в том, что она вылетела из проекта. Ну как так? А почему вы не радуетесь, я не понимаю, что происходит? У меня нет слов. Первым на сцену вышел Банан. Были версии, что это Стоянов, либо же Буйнов. А также появилась подсказка, что Тодоренко, который 30 лет годится Банану в дочери, а не во внучке. Там Юрий Николаевич Стоянов. Очень похожий на Александра Маршала. Розовая пантера в подсказке говорила, что у нее много энергии, прекрасное чувство юмора. При этом проводит опросы, спрашивает, в какой цвет покраситься. Мне кажется, что вполне возможно, это кто-то из блогеров. Ну вот кто? Напишите вашу версию в комментарии. Под этой маской может прятаться Ксения Собчак. Да, хорошая версия. Кто сказал, что любить друзьям? Кто это? Наш маршрут. Катя Адушкина. Ну, ребят, а ты не знаешь, а Лера? Мы конспектируем. Баба Катя. А у нее подписчиков, знаете, сколько? А чего вы смеетесь? У нее подписчиков, как в Бельгии. Адушкина, ты? Третьим вышел Носорог. Говорит, знаком с Киркоровым, пел дуэтом с Валерией. Тут и появилась версия, что это может быть Руслан Алихно, белорус мой земляк, но позже появилась подсказка, мол, он-то из Тюмени, а Алихно-то из Бобруйска. Ребят, он показал только что движение, вот это движение, из твоё, моего последнего ли? Клипа про «Как дым». Танцуй, как дым. Саша, это тот человек, который смотрит твои клипы. Вот он, мы нашли его. Вот он! И это не человек, это животное. Но там Соколовский. Небо — это я. Посмотри на меня. Мне нужно тебе сказать. Небо — это я. Не хвати. Ой, красотка. Неваляшка поет, ну, настолько странно, что до сих пор не понял, кто это, парень либо же девушка. И, скорее всего, это явно некий актер, актерище, типа Гальцева, Ветрова, а, быть может, Максима Галкина, ведь действительно умеет хорошо пародировать голоса. Хулиганистые нарушители масочного режима. Добрый вечер, Боря. Как она интеллигентна нас так немножко, да? Приструнила. Да. С любовью. Макс Фадеев. Он сейчас сбросил килограммы. А? Он не килограммы, он центнер сбросил. Он сбросил пару человек. Центнер — это 100 килограмм? Да. Да ладно. Да. Мне сбросил... кажется, сейчас больше. Больше. Представляете, а выступает, наверное, в старой одежде в своей, получается. Да. После выступления четверки участников зрители решили, что первым номинантом на рассекречивание станет Банан. Да ладно!
пятым очень важно вышел «Белый орел», говорит, что птица высокого полета. И тут я подумал, что это может быть народный артист России Александр Малинин, а члены жюри в это время показали, как сами умеют менять голоса. Да тут вообще уже. На самом деле, в принципе, изменить голос... Девчонки полюбили трубача, девчонки полюбили меня. А девчонки полюбили гармониста. В принципе, можно изменить голос, можно. Фил, скажи, пожалуйста, обожаю этим голосом. Обожаю. Вот. Обожаю. Ну, орел, в принципе, обмануть нас можно было. Продолжайте, пойте. Вот так вот, да? До конца программы, конечно. Хорошо. Я люблю тебя, Марина, все сильнее, не до дня. Без твоей любви, Марина, этот мир не для меня. Я теперь хочу послушать Валерию в этом исполнении. А чего? Давай, народец. Давай, народец, ты умеешь. Ай, ручеёчек, ручеёк. Полюбили трубача. Солнце, как по мне, уже вторую неделю думаю, что это Диана Гурцкая. Ведь сами посудите, уводит ее под руки, поет недвижимо. И в маске солнца вроде как нет разрезов для глаза. Значит, артистка ничего не видит. Но сейчас, послушав песню, мне показалось, что это не Гурцкая, а скорее это Черлеева, чей хит «Забери солнце с собой». Заришка пошла. Вот она, настоящая Заришка. Седьмым на сцене появился заяц-беляк Терминатор, но очень высокий, рост примерно 190. Об этом он сказал в подсказке. У меня вот есть версия, что это может быть Доран. У него рост 187. Согласны со мной и некоторые члены жюри? Никита? Нет, Дорн. Ваня, ну да, Дорн. Да. Я вот за эту версию, наша, да? Это версия наша, и она мне очень нравится. Хотя, если бы там был бы Никита, но это было бы классно, потому что Никита, он фантастически талантливый, одаренный парень. Единорог на вопрос «Единорог ли муж?» отвечал так. И по голосу мне показалось, что это Преснякова. Какая Преснякова? Подольская жена Преснякова. Ну вот кто это? Наташа, Подольская. А сейчас я услышал Подольскую. Подольскую. Да вот ну, давайте Подольская. Узнаем наверняка. У вас есть братья и сестры? Есть. А двойняшка есть? Много единорожек. У меня большая семья. Небольшая семья. Но двойняшка-то есть ведь? Двойняшки, двойняшки. Ага. Просто у Наташи Подольской есть брат, есть сестра, да. И есть сестра-двойняшка. Есть старшая сестра, да, и есть сестра-двойняшка. Во втором голосовании зрители решили, что помимо банана номинантом на рассекречивание также станет... Белый орел! Девятым на сцену вышел крокодил. Я постоянно прозрачно слышал, что это Никита Алексеев, но в этот раз мне показалось, знаете, я вот оценил его повадки, движения, что крокодил куда более подвижен, чем Никита Алексеев. Поэтому кто это может быть? Помогите с версиями. Я тебя разгадала! Судя по подсказкам, что папа у него известный, бабушка динозавр известный тоже. Возможно, это Никита Пресняков. Ты сейчас внимательно следила за тем, что ты говорила? Нет, это бабушка он говорил. Кто? Бабушка динозавр, это говорил крокодил. Это цитата. Но это не обязательно, что это та бабушка. No sound, for we all live underground. And I think it wouldn't miss we're in.
А вот выползла змея. Тодоренко думает, что это Нюша. Рева, скорее всего, прикалывается, говорит, что это Лариса Гузеева, а мои версии — Брежнева, либо же Лобода. Покажи змею, покажи. Человек-змея. Ну и финальный спела Лама. Среди версий Харламов, Басков и Лепс. Я услышал в музыке что-то среднее между Лепсом и Басковым, а Валерия выдвинула еще одну версию, которая имеет место быть. Саша, я его таким никогда в жизни не слышала. И я так рада, что сегодня он для меня открылся бы вот таким. Вот я был, таким. Я помню Александра Малинина, я был в школе, или я поступил на первый курс училища. Третьим номинантом на рассекречивание стала змея. Это говорит о том, что она, белый орел, либо же банан, кто-то должен показать свое истинное лицо. Зрители спасли белого орла, а члены жюри решили, что свое лицо покажет банан. И это... И вот этот момент... Артист России, любимый Юрий Стоянов! Юрий Николаевич, любимый наш! Привет, привет, привет! Потрясающе! Мы так рады вас видеть! Спасибо вам, я боролся, что схватили нас за нос! Правда, в облике Буйнова, но я боролся! Не за меня, а за Буйнова! За Буйнова. Но, я понимаю, что Филипп просил не врать, но два раза я соврал там, где нельзя было врать. Конечно, Регина, ну просто как одессит одесситки, соврал. Ну, конечно. Я знала, я соврал. Врушка. А Тимур, когда спросил, не снимался ли я вместе с моим другом, не снимался ли я в знаменитой юмористической передаче, я не соврал. Я в ней не снимался, Тимур. Я в ней жил. Спасибо. Саир Николаевич. Спасибо. Ой. Как вам выпуск? Напишите в комментарии, туда же версии, кто скрывается за всеми оставшимися масками, а их 10. Также напомню, что на этом канале все выпуски шоу «Маска» ярко и четко. Если что-то не видели, полистайте, посмотрите и, конечно, подпишитесь на канал, потому что и дальше будет что вместе обсудить. Счастья, успехов, любви и только шикарного настроения. До встречи. Буги-буги. Я люблю буги-буги.